Сыктывкарская новая генерация одержала победу в первом матче 1/8 финала Кубка России. Со счетом 4-1 обыгран клуб «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Иван Суворов забил дважды. Еще по одному голу оформили Даниил Ковтун и Тимофей Турчин. Ответный матч 24 ноября. Для выхода в следующую стадию турнира новой генерации достаточно не проиграть с разницей в 3 и более мячей.